Голодная кошка каждый день приносит в магазин листик, чтобы обменять его на рыбку. Владелец небольшой рыбной лавки Джо Корриган приметил у витрины бездомную кошку. В зубах она держала засохший листик от дерева. Сначала мужчина просто посмеялся, но кошка пришла и на следующий день. Мужчина понял, что умная кошка хочет купить рыбу. Видимо, она наблюдала за действиями посетителей рыбной лавки и видела, как люди передают продавцу бумажки, а взамен получают еду. Кошка решила, что ей нужно действовать точно так же, и теперь приходит к Джо с листиками. Мужчина выложил историю о кошке в социальные сети и написал: «Что мне остается делать? Конечно, я даю ей рыбу. Надеюсь, других покупателей из подворотни пока не предвидится». Как вы думаете, это история о добром владельце или о умной кошке?